Свобода не творчество. Свобода творчества всегда была, есть и будет. С вами это не разговор, а это ваше хамство по отношению к старшим. Вы бы хотя бы поэтому могильщиков интереснее, чем состояние весны. Понимаете, вот вы другой человек. Вот я сейчас ехал в метро, вошел в вагон, и женщина средних лет уступила мне место. А я смотрю, ребята сидят с трубками, еще что-то. Им по 18, 19, 23 года. Куча, 6 человек подряд. А я сел там рядом со старушкой и заговорил. Говорю, вот ребятам этим, им подвиг не совершить, уступить место старшим. Ну что, какой старший? Мне 2/10.